Анна Демірполат, сімейний психолог, арт-терапевт. Є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Доброго ранку, ми вже спілкуємося про це. Ми посмікнені, у нас ніякої хандри немає, але у багатьох людей вона є. Чи це не вона? Не осіння депресія, а може просто лінь, чи якийсь перепад настрою. От за якими даними взагалі от можна стверджувати, що у нас осіння депресія? Що це таке? По яким даним, да? Ну, вообще говорить о том, что природа так устроена, естественные процессы наши так устроены, да, что сначала они как бы зарождаются, потом они утихают. И, например, циклы природы весна, там, лето, осень, зима, да, то есть это то, что нам показывает про то, что это естественные процессы. И осенью это некий такой естественный процесс, когда действительно и организм человек в циклах вместе с природой начинает немножечко так как увядать, да, чуть-чуть. Потом наступает зима, вообще спать хочется. Хочется лишком взагалі ніяк. Да. Вот. Поэтому это некий такой естественный процесс. Я очень как бы часто люблю использовать метафоры. Вот есть, например, такая сказочная метафора. Баба-Яга одна из героинь спросила, а что это за такие всадники бегают, да, у вас по лесу? А там были белый всадник, красный всадник и черный всадник. И как раз это тоже были символами. Баба-Яга сказала, это мои сыновья. День, точнее, утро, день и ночь. И в сказках вот именно много такого символизма, который говорит про то, что что-то имеет начало, что-то имеет окончание. А еще если глубже идти, да, то это как бы символ про рождение, смерть, рождение и повтора вот этого цикла. Ну, это кругообіг, да? Да, 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 это естественные процессы. Вот. Конечно, к ним говорить, что можно говорить, если, например, у кого-то хандра увеличивается, например, в осенью, и если, например, хандра не такая, которая временная, чуть-чуть, ненадолго я себе позволяю, как у меня одна клиентка сказала, говорит, я уже так немножко адаптировалась со своей депрессии, и вот она недавно пришла, я говорю, ну, здравствуй, дорогая. Говорит, ну я ей попросила ее очень сильно, чтобы она чуть-чуть совсем побыла, то есть она с ней каким-то образом договорилась, и она была совсем чуть-чуть. Ну класно, коли можна з нею домовитись. А от я зараз зачитаю коментар Анастасії. Останнім часом мені важко прокидатися, виходжу на вулицю, все здається ворожим, на роботі колеги чомусь непривітними. Це в мене депресія чи що? Запитує вона. От як розібратися, що в мене депресія? Бо там взагалі є определенні признаки того, що формується вже депресія. Це, звісно, усталость общая, да, когда плохо человек спит, когда есть такие вот нагнетают определенные мысли, в основном плохие, и они прямо накручивают и накручивают человека. Когда будущее видится каким-то не очень таким прекрасным, да, то есть если спросить человека, что у тебя в жизни хорошо, то он как-то видит в основном, что у него в жизни все плохо. Да, то есть это такое состояние человека, опять же, естественное, потому что, в принципе, психологи говорят про то, что каждые 5 лет человек проходит определенный цикл тоже, опять же, да, где встречается с определенными задачами развития своего на пути. То есть душа проходит определенный путь, и нам нужно об этом помнить. И каждые 5 лет это определенный цикл, да, где мы встречаемся с определенным кризисом. И вот эти встречи с переходными этапами, кризисами, новыми встречами своего развития, они могут вызывать вот такое вот состояние. Но это состояние... Опять же, вот если в сказках обратиться, да, то символом депрессии в сказках является болото, то есть такое вот пучина, которая тебя затягивает. И если посмотреть, то депрессия действительно это такое состояние, когда, да, вот мы становимся как будто такими маленькими, нас начинает как будто что-то поглощать, и вот хочется завернуться в этот пледик и убежать. Да, в психологии это состояние называется регрессией, или по-другому еще называется это уход в некое такое детское состояние. То есть когда у нас получается в жизни столько различных обстоятельств, с которыми мы не можем справиться уже со всеми. То есть стресс-факторов так много, что вот наступает вот как раз то, что я уже не верю в то, что у меня что-то может получиться, что я там себя не реализую мечты. И вот это как раз встреча, и люди пытаются от нее, от этого состояния убежать. Но психологи рекомендуют не убегать совершенно полностью от этого состояния. То есть если оно приходит, вы смотрите, ведь действительно утихает природа, значит, что нужно, что необходимо природе?
отдохнуть. Да, то есть это период, когда нужно остановиться, угу. подумать, отдохнуть, пересмотреть все, что у тебя в различных сферах основных. У нас есть основные сферы жизни, там дом, работа, да, что у меня там происходит в этих сферах. Может быть, что я могу там сделать. А человек пытается убежать, то есть, потому что обычно тело или организм подсказывает нам это все состояние негативными эмоциями, и мы пытаемся их просто избегать. Угу. Так, да. Ну, от розказали, як боротися. Ну, це ж не до кожного приходить осіння депресія. Ми наскільки знайомі, вони такі щасливчики, нікому не хочеться ні плакати, нічого. Це що означає? Що вони сильніші духом, а хтось слабкіший чи ні? От до кого в першу чергу вона достукується? От ви знаєте, на самом деле, ой, як хорошо скривається депресія за большою активністю, за большим трудоголізмом, за... Тобто, чоловік не хоче з цим зустрічатися, а період у кожного приходить когда-то, коли потрібно пересмотрети свій етап життя. Вот. И человек просто уходит вот в какую-то активность повышенную, да, рискованную активность. Но иногда какие-то зависимости начинаются. Да? Вот. Поэтому рассмотреть ее нужно. Но это не значит, что обязательно у каждого. Конечно, у всех людей абсолютно по-разному. Но если ее рассмотреть, вот депрессию, да, к чему она приходит, то обязательно человек обнаружит, что в каких сферах действительно жизни есть уже прорехи, где мне нужно что-то сделать, что-то изменить, поменять свои отношения. И вот с этого все начинается. Да? То есть возвращаемся... Называется такое тоже, опять же, понятие из психологии локус контроля. Человек в таком состоянии может обвинять, вот, все так плохо, мне так не везет, в стране все плохо, вокруг меня все виноваты, вот, друзья у меня плохие, родственники у меня плохие. Работа, да, и начинается. Вот это, кстати, признаки жалобщика, это тоже признаки депрессии. Вот. Хотя, вы знаете, есть, выделяют так отдельно, мы про нее сейчас не говорим, действительно, есть клиническая депрессия, где это очень такой непростой случай, с человеком происходит гормональные нарушения, это уже как бы требует действительно вмешательства медикаментозного. Да. Но если мы говорим про то, что человек в такой хандре или уже углубляющейся депрессии, да? Так, вот як її не затягнути? Вот, вот болоті, скільки часу це? В болоті, вот в этом. Так. Всегда, знаете, Буратино находил золотой ключик. Ага. Ключик как символ, то есть поищи двери, где он откроет, да? То есть нужно заняться поиском, как мне нужно пересмотреть свою жизнь, да? Но сил как бы нету, вот где взять силы? Да, и тогда есть замечательная методика, которую я очень люблю и рекомендую, может быть, кто-то захочет ее сделать, это написать списки. Списки счастья, что ли, или списки радости, я их так называю. Где вы указываете? 30 вещей, поступков, действий, которые вызывают у вас радость. 30 вещей, поступков, дополнительно еще действий, которые вызывают у вас умиротворение, спокойствие, такое очень хорошее состояние. Также в этот список включаются еще 30 людей, которыми вам очень приятно общаться. Причем начинаете вспоминать всех, кто у вас есть из окружения. Да? То есть это такие небольшие маленькие поступки, туда можно включать ну, что-то даже маленькое, незначительное, но вот приносит удовольствие. Выпить чашечку кофе, вернуться в этот плед. Да? Хочется все возробить. Да, да, ну, и этого хочется. Да. Хочется. Но самое главное, что сделать, да, то есть таким образом, если человек начнет вот эти вещи делать, теперь сначала сформирует, посмотрит, ага, а все-таки у меня в жизни есть что-то действительно, что меня может порадовать. Да, не надо искать, понимаете, то есть когда человек находится в депрессивном состоянии, он хочет изменить все глобально, но очень важны именно маленькие изменения. Вот в нашем системном семейном подходе мы прямо их так уважаем, эти маленькие шажочечки, маленькие, потому что на самом деле в них скрыт огромный потенциал и к изменениям, да. Поэтому вот когда маленький шажочек себе сделать, вот эти вот пути удовольствия доставить, что происходит с организмом? Организм получает такой хороший гормон, как допамин, то есть да, удовольствие. Когда мы едим сладкое, например, мы тоже его получаем. Да. И для того, чтобы расшевелить свой внутренний мир, дать вот этого ребеночка удовлетворить, что нужно ребеночку? Его основные импульсы – это получить радость, удовольствие, правда? Так, то есть нужно себе позволить это дать, и тогда по маленьким шажочкам вы начнете ощущать удовольствие. Конечно, наступает тогда больше расслабления, чувство отдыха от жизни, удовольствия, и тогда уже и можно выйти. Так, мне просто хочется зупинитися на цій фразі. Золотими кроками до цього, маленькими кроками до золотого ключика, щоб ви обов'язково дістали його з того болота. І сезонна депресія – це нормально. Це час переоцінити, переаналізувати, все буде по-новому. Дякую вам, ви налаштували. Слухайте, а то вже хотілося впасти в осінню хандру. Дякуємо вам, Анна Денір-Полас, психолог, була з нами. Гарного вам дня, налаштовуйте і надалі всіх так людей.